Сегодня начались экзамены в творческие вузы страны. Так, в Академии музыки до 26 июля включительно испытания пройдут порядка 250 человек. Бюджетных мест 155, при этом 30 зачислены автоматически. Они являются лауреатами республиканских конкурсов. Набор проходит на 12 специальностей. Здесь акцент на профпредметы, сольфеджио, гармонию и исполнение. Согласно законодательству, испытания проходят за закрытыми дверями, съемки под запретом. Из ожидаемого это высокая востребованность специальности пения академическое. Практически в течение многих лет это у нас лидер в конкурсной ситуации. В этом году этот лидер потеснился. И самая востребованная специальность в этом году – это специальность струнные народные щипково-ударные инструменты, которые соединяют исполнителей на цимбалах, домре, балалайке и гитаре. И особо востребовано именно исполнительство на цимбалах. Получить академическое образование стремятся и иностранцы. Они будут проходить испытания наравне с белорусами. В экспертной комиссии преподаватели Академии музыки, в том числе и народные артисты Беларуси, солисты Большого театра Нина Шарубина и Виктор Саркисян.